Привет, еще! Сегодня мы с тобой поиграем в новенькую игруху под названием «Вечный цилиндр». Название говорит о том, что эта игруха будет необычная, и мы это даже видим по нашему персонажу, непонятному колобку с длиннющим хоботком. Мы с тобой только что вылупились в своем гнездышке пригретом, и нам нужно драпать скорее отсюда, с нашего гнездышка миленького. Наши ноги крепенькие держат нас, видимо, я качался в скорлупе и планировал свой побег. Бежать нам нужно вот этой здоровенной штукенции под названием цилиндр. Но что, если я побегу наоборот к цилиндру? Я бегу к тебе, цилиндряха! Оу! Дали поджопника, намекая на то, что лучше тебе не суваться туда. Ну окей, дерево на мне падает. Дерево не падает, подожди, сейчас я выберусь из воды. Я бегу. Джумпай. Сейчас джампнем. Вот так вот. Давай-ка еще раз глянем на этот цилиндр. Здоровенный. Который подминает все под себя. Ужасная вещица, которая рушит замечательно красивый мир, хотя пока что мир я не вижу, я только в какой-то засранной яме бегаю. О, он остановился. И вот цилиндр остановился. Ну что, пойдем учиться взрослой жизни, как пользоваться своим хоботком. И выясняем, что он у нас как всасывательный аппарат, то есть пылесос. Всасывает все без разбору. Все, что мы всасываем в свою голову, отображается в нашем инвентаре. В данном случае это грибы. Ты видел, да, тут кузнечики проскакали, и вот какой-то кузнец-засранец оставил тут яйцо свое. Скотобаза, это мое ямище было! А ты тут насрал. Ладно, давай приберем. Походу, это наша участь засасывать все. Че, говорят, что можно вот это поесть? Типа, грибочечки могу отведать? Подожди, я не понял. Он из хобота? То, что я в хобот всосал? То есть, получается, смотри, хобот идет в голову, да? Я всасываю себе в голову, прям в мозг. И потом из этого мозга высасываю себе в рот. Как бы из головы в голову получается, да? Ой, я, по-моему, еще яйцо сожрал. Что происходит? Божечки, у меня глаза сейчас лопнут. У меня появились ноги-прыгунцы. Эволюционировали наш первый этап эволюции. Здорово. Ух, какие там здоровые чуваки. Пойдем смотреть. Что это? Что это за... чудища такие. А вот это что такое? Может тебя засосать? Ой, засосал какую-то штуку. Она вроде как ХП восстанавливает. Ну-ка, давай сидим. Давай сидим. Ну, точно. Эй, пчелка. Синяя пчелка, иди сюда. Мне нужно восстановить ХП. Будем жрать тут всех. Вот чудно. Еще у меня есть в инвентаре показатель воды. Что он дает? Я могу сикать. Сикать своими ноздрями. Мне эта игра начинает нравиться. Я просто буду ходить и всех тут поливать. Хо! Вода, конечно, кончается. Можно ее засасывать вот таким вот образом. Угу. Ну мы точно, колобок-пылесос какой-то, слушай. О! А вот тебе и колобок, собственно. Мы можем группироваться и кататься вот таким вот образом. Я хотел посмотреть, что вот это вот за чудище. Выглядит оно стрёмно. Что? Что это за... ментальная связь с космосом у меня какая-то появилась. Подожди, можно камеру развернуть? Здорово. Ты кто так? Смотришь, это не очень. Похоже на какую-то задницу с зеленым шариком. Давай польем ему в рот прям. На, получай. Попей водички. Язык выплюнул, такой пошел. На, плеваться. Стой. Подожди, я тебя затушу. Твою зеленую задницу. На тебе еще водички. Давай ближе к нему подойдем. Ну, он, по-моему, нас даже жрать не хочет. Он просто это... нервничает, что я тут рядышком нахожусь. Типа... я стрёмное существо, хотя... он стремнее меня. Короче, он нас боится. Вот и все. Че это ты за мной бежишь? Язык высунул. А ну, дошел. Офигеть. Он нас убил. Это было неожиданно и очень быстро. Мы снова в этой яме. У нас поменялся, по-моему, окрас. Я в каких-то пятнах. Ну, капец. Только жить начал, только вылупился из яйца, и тут тебе на. Ладно. Опять всасывать придется, да? Ну, хорошо. Кстати, а что если я цилиндр помою? Выкинул случайно из своей головы грибы. Вот они, эти прыгуны. И давай посмотрим на этого засранца и попробуем его залить водой. Стой, не сри здесь, не сри! Не, скотина, а, все-таки насрал. Точнее, не насрал, а яйцо отложил. Давай все называть своими именами. Хорошо. Сам-то я, походу, отсюда...
Чё, зачем мне показывать цилиндр? Да, бетка еще явно не доделана. Сам-то я, походу, своими накачанными ногами отсюда не выпрыгну. Угу. Все заскриптовано, поэтому, типа, борода. Василий Иванович. Хорошо, съедаем яйцо. Яйцо жри. Яйцо. А, кстати, я могу накачать себя водой. Смотри, опять сейчас глазки лопнут. Короче, выбираем воду и пытаемся попить. Нет, воду пить я не могу из хобота. Печально. Хорошо. Значит, будем сейчас тут все всасывать, все жрать. Походу, что что-то может меня эволюционировать. Помимо яиц-то, может быть, я в гриб превращусь или еще что-нибудь там, не знаю. В мухоморыч. Не, вот я грибы ем и ничего. Вот это вот что такое? Что это за яйцо? Давай, засосем. Давай, всасывай. Вот. Оно восполняет воду, это яйцо. Съедаем его. Ну, короче, это не яйцо, а роса на дереве, грубо говоря. Что-то похоже на это. Ладно, поехали дальше. Цветочечки. О, шарик какой, пойдем посмотрим. А тут синие какие-то штуки светящиеся. Опять ментальная связь появилась, типа надо чесать вон туда. Сейчас пойдем обязательно. Вот они, эти светящиеся грибы, непонятно, что тут. Пойдем вот до этого яйца. Улитки? Улиткоподобные существа. Передвигаются так же медленно, как и наши улитки обычные. Ёк-макарёк. Какой он стрёмный. Я думал, это просто кругляш какой-то. Но сейчас мы к нему подойдем обязательно. Врубаем воду, поливаем улиток. Нет, им пофиг. А что, если я улитку накормлю грибами? Держи грибок. Не, она, короче, глазками посмотрела, какую-то фигню мне дают и... Короче, послала меня подальше. Ладно, дружище, подожди. В колобка превращаемся и бежим сюда. Сейчас, походу, снова отхвачу по полной. Ой, он бежит прямо за мной. Смотри, он хочет меня сожрать. Ты чё, бродка? Я тебе сейчас глаза залью. О, в глаз попал, и он убежал. Хо-хо-хо-хо. Ладно, ну, понятное дело, в рот-то я не буду забегать, а то как-то стрёмно. А вы откуда появились? Это что за лизуны тут? Смотри, языками своими показывают. А, это детишки того существа, которое меня первый раз раздавило. По-моему, похоже на него. Очень похоже. Ребятки, подождите, можно я вас засосу? А, ну, прежде чем засосать, надо грибы съесть. У меня в башке ограниченное место. Логично. Давай догонять. Иди сюда. Это кто такой? Тромбонистый. Вот эти вот штуки. Ты слышишь, да? Они музыку исполняют мне тут. Засосал одну штуку. Чё, электричество? Давай попробуем съесть. По всей видимости, восполняет энергию. Воу-воу-воу, смотри, что-то со мной происходит. О, прикол. Дудку себе нашел. Теперь у меня хобот-дудка. Я хотел вон того малыша поймать. Пупсик, иди сюда. Иди сюда. Давай, засасывай. О! Но, как бы мне это ничего не дает. Тогда иди отсюда. Пернул, кинул его в воду. Хорошо. Пойдем посмотрим, куда нас ментальная связь ведет. Чё от нас хотят? Весь мир здесь плоский, по всей видимости, поскольку цилиндр, он такой прямой. Значит, нам нужно идти вот сюда. Вот на эту полянку. Тут нас ждет какое-то существо. Интересное, странное существо. Ну, давай поболтаем с ним, если я могу это сделать. Окруженный светом Требухум знал то, чего не знал ранее. Он знал, что этот старый Требухум нес этот свет долгое-долгое время. И еще он знал, что теперь это бремя досталось молодому поколению. Да, теперь этот свет Требухум будет носить в башни, которые стоят вдалеке. А, так я все понял, я буду интернет прокладывать. Видел, да, там от башни к башне вот эта красная струнка прилетала. Так это интернет, по-любому. Ага, и цилиндр снова поехал. А, он не ехал из-за этой колонны, а теперь поехал. Ну вот, этот старикан проводил интернет, а мне теперь все по-новому делать придется. Ну чё, побежали снова? Только я сперва у этого старикана грибочек сверху сберу. Хе-хе, забавно.
Там цилиндр катится, он меня раздавить намерен, а я тут лысину пылесошу старикану, который уже окочурился. Ладно, погнали дальше. Можно еще что-нибудь тут это засосать? Чтобы я эволюционировал, прежде чем я отсюда убегу. Давай быстренько прокатимся. Улиточек мы видели. Вдоль цилиндра сейчас прокатимся быстро. А, у меня выносливость кончается. Вот этот поворот. О, интересная штука какая. Ну, я думаю, что цилиндр ее размозжит, поэтому надо отсюда выбираться. Ребята, бегите, ползите отсюда. Фигово, что вы не умеете в колобка превращаться, как я. Вас сейчас раздавят. Давай посмотрим, их раздавят, нет? О, божечки. О, о. Одну улитку уже раздавила, и кажется, меня сейчас тоже раздавят. Бежим. А что цилиндр такой красный? Жуткий стал. Вон ту башку тоже раздавила, которая хотела меня сожрать. Ой-ой-ой, я качусь. Не знаю куда, но я качусь. Ой, а это что такое? Блин, прикольно исследовать этот мир. Куча всякого необычного, интересного и привлекающего в нем. Только не сюда, только не сюда. Забыл, прыгни отсюда. Цилиндр раскололся. Видишь, он от трения, короче, начинает гореть, как лава. О, вот сюда можно запрыгнуть? Блин! Там тоже интересно какая-то штука была. А куда мне бежать-то? Жопа! Смотри, жопа снова это. Беги! Мычи скорее, давай через рот проедем. Опа, как через арочку. Ё-моё. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, всё, это капец. Я сейчас в воду, если прыгну, то я же, ну, проиграю. Всё, да. Меня задавил этот цилиндр. Итак, мы снова убегаем от цилиндра. В этот раз я побегу в другую сторону. В надежде на то, что мы всё-таки спасёмся. Короче, вот тут есть вот такая вот штука. Похоже на то, что ранее треснуло, которое держало, собственно, цилиндр. Мы сейчас за ней спрячемся и посмотрим, остановит она его или нет. Во, отлично, видишь? Он говорит, типа, смотри. Смотри, смотри. Эта штука может остановить цилиндр. Сейчас, сейчас. Мы сюда запрыгнуть можем даже, заехать. Башка, отойди. Башка, отойди. Во. Я сюда встаю. Ого. Короче, мы укрепили вот эту стеллу своим присутствием здесь. Ну и круто. Пойдем гулять. Вон оно что. Мы активировали нейронную сеть, и теперь эти столпы светятся, видишь, и они задерживают цилиндр. Вот так-то. Короче, мы... Мы герои реальные, которые спасают этот мир. Без нас этот мир бы раздавился к чертям. О, саванна какая-то интересная. Может, и здесь что найдем? Круто! Снег пошел в саванне. Очень красиво. О, я замерзаю, пошли отсюда, нет. Я здесь не хочу находиться. Тут холодно. Я, кажется, вот здесь вот что-то могу приобрести. Если съем вот это вот... Что? Яйцо. В таком же гнезде я вылупился. Может быть, это мой сородич? Давай попробуем его разбудить. Или может в соло играть? Нет, надо его разбудить по-любому, потому что, видишь, надпись появилась. Типа, иди разбей яйцо. Ох ты, да тут даже в доме люстра есть. Ты гляди. Обалдеть. Ладно, давай разобьем яйцо. А, нет. Надо его положить в инкубатор. Все понятно. Вот в этот инкубатор. Вон, видишь, он нагревается и сейчас лопнет. Че, мы будем здесь ждать его? О! Гвон! Этого чувака зовут Гвон. Знакомься. Мой новый приятель. Он делает то же самое, что и я. В принципе, если я засасываю, он засасывает. А хотя нет. Это не точно. Кажется, он сам себе на уме. Ладно. Причем Гвон, видишь, не имеет никаких эволюционных штук. У него обычный хобот и обычные ноги. Ладно, Гвон, пойдем, я буду учить тебя жизни, как выживать в этом стрёмном мире. Вот. Тебе нужно сожрать вот эту штуку. Возможно, тебе пригодится когда-нибудь хобот Горн. Давай, засасывай. Так, он не хочет засасывать. Придется ему самому всосать. Смотри. На, хавай. Не, он не хочет хавать. Ну и ладно, и пошел. Не хочет учиться и не хочет. Будет выживать самостоятельно. Поехали изучать мир дальше. Будем искать всякие другие крутые штуки.
Смотри, какие колючки. Я уверен, что у них наверху там есть фрукт какой. И если я его достану каким-то макаром... Давай попробуем. Отдашь мне? Нет, фрукт. Есть! Есть, есть, есть. Я вытащил фрукт. Сейчас попробуем его съесть. Стой, только не ему в рот. Только не ему в рот. Нет! Скотина. Он сожрал фрукт. Ладно, тут есть еще один. Не страшно. Не страшно. А до него попробуй достань. Короче, невозможно достать теперь вон тот фрукт. А я так хотел его съесть. Обламентос. Бежим в снежную локацию. Вот это чудище за нами бежит. Я его как будто приручил. Что, все, ты успокоился? Ой-ой-ой-ой-ой. Бежим, бежим. Надо что-нибудь найти, иначе мы сейчас здесь замерзнем. Вот это вот можно съесть? Это воду нам дает. Это какой-то гриб. Вот это что такое? Ну-ка. Тоже гриб. Давай все это съедаем. Да не перди ты, а съедай. Огонек тут какой-то, дымок. Может, согреться можно? Давай пойдем погреемся. Грей? Нет, не греюсь. Но там есть гнездо. Смотри-ка. О! Еще одного Веву нашел. Здорово, Вева. Можно у тебя тут погреться в квартирке? Да, отлично. Вот тут вроде как греешься. Короче, ничего я здесь не нашел. Нам срочно нужно бежать в тепло. Отогреваться. В доме Веву я не отогрелся почему-то. А, вот, смотри, братиш второй прибежал. А ты где был-то, Че без спроса убежал? Получай. Ну все, мы отогрелись. Снова возвращаемся в этот зимний биом. Возможно, что-то... О-о-о! Что это за пухлое единорог? Я снова замерзаю. О, кажется, оно нам поможет эволюционировать. Может, мех даст? Смотрим, смотрим, смотрим. Фига себе, какой пушистый теперь. И мои друганы тоже пушистые. Смотри, как они радуются. О, прикольно. Так, значит, вот эти штуки... Ну, в принципе, можно их больше не есть. А если я еще съем, может, у меня больше меха будет? Да хватит трубить. Больше меха мне не дадут. Ну ладно. Но зато мы теперь не мерзнем. Вон, смотри, вон та жопка. Теперь мохнатая. Ну, для каждого биома свои существа. И мохнатая жопка. Чё такое, чё такое? Чё ты там это ноешь? Бежим, ребята, в колобок и быстро сматываемся отсюда. А то нас сейчас сожрут здесь. Ой. Опять в дом приехали, Веву. Пока что цилиндр вроде не катится, это хорошо. Значит, мне нужен определенный предел. Вот, вон, смотри. Видишь вот это вот сияние, сверкание? Если я за него перейду, то, скорее всего, цилиндр покатится. Вот что имели в виду, когда я буду пересекать воду. Все, хаваем, короче, этих жучков и поплыли. Чудно, восстановили все ХП. Можно плыть. Давай-ка гуданем своим трубаном. Все к боссу. Сворачиваемся в колобок и поплыли. Вот туда. А что, кстати, под водой? Я могу заныривать? Не, заныривать не могу. Рыбка, 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 иди сюда. Рыбёха. О, что это такое? Что мне даст? Давай сейчас сюда выберемся. Кажется, эта рыбка нам поможет эволюционировать. Куда вы поплыли-то, а, Чунгачкуки? Запрыгнуть вообще не судьба, да, походу, было? А-а-а. Ну ладно. Короче, я делю свою трапезу с вами. Поедаем. Так, что с нами происходит? А вот и ласты. Отлично, у нас появились ласты. Теперь мы можем нормально плавать. Но не заныривать. Ну хорошо. Ой. Блин. Ну вот, какая-то фигня меня не пускает дальше. Постоянно откидывает назад и перезагружает. Короче, это бета, что сказать, заглючилась игруха. Думаю, что пора останавливаться на этом этапе. Если понравилось, то не забудь поставить лайк этому видео и подписаться, если ты еще не подписан. Это очень важно, чтобы не пропустить следующих крутых видос. Ну а я с тобой прощаюсь. Пока. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео.